едет так тебе. Ну что за бред? Неужели ты веришь в то, что сейчас вот нес Ебаров, говоря о том, что какой-то любви и симпатия? Я, допустим, помню... Смысл мне оскорблять с ней, целуется реально. Ну а как? А что он сейчас должен ставить? Он сейчас... Он пацанам там, перед пацанами это неудобно будет. Он пацанам рассказывал, какая она классная и бомбовская, а сейчас он, когда она сидит рядом, он посыпется и будет рассказывать, как он тебя любит. Ну что за бред? И тогда и что, и будут ему кричать? Фу-фу, ты что такой, елки-палки, нас опять обманул? Нет. Просто, ну ты сама не, вообще не понимаешь, что неделю назад он сидит там, 5 дней назад, он сидит и плачет, потому что скучает по тебе и запутался. Да нет, Жень, не надо мне тут сейчас голову скручивать, реально, мне так. Я говорю, мне нужно отдохнуть от камеры, всего. Нет, тебе нужно оставаться здесь и ждать Ебарова. Нет, я хочу домой. Нет, Ебарова надо ждать. Я не сажу тебя.